Сегодня суд поставил точку в деле судьи в отставке Андрея Емельянова. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб пешеход. Напомним, вечером 6 декабря 2011 года на 30-й автодороге Андрей Емельянов сбил женщину, переходившую дорогу рядом с пешеходным переходом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Водитель проигнорировал плохие погодные условия и интенсивное движение, вовремя не сбросил скорость, утверждало обвинение. Согласно проверке в состоянии алкогольного опьянения, в этот момент он не находился. Андрей Емельянов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Отметим, что после ДТП Емельянов в добровольном порядке выплатил родственникам погибшей 610 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Yeah.